Однажды друг мой важный сказал, что тачку взял на прокачку. И говорит, крутая тачка, что круче тучи, как хуй от Гуччи. Но честно, неинтересно, ну неинтересно, если честно. Неинтересно, если честно, неинтересно, да нихуя. Также однажды сказал он дважды, мне интересны твои мне песни. В них нету смысла, мелодий нету, пиздишь о чем-то, а толку нету. Ха-ха-ха-ха, честно, неинтересно, неинтересно, если честно. Если честно, неинтересно, неинтересно, вот нихуя. А в завершении все пизданули. Пошел ты нахуй, живешь не так, ты говоришь и излагаешь, и наши песни